Новый Завет, часть Библии, состоящая из 27 священных книг Нового Завета, которые по своему содержанию разделяются на исторические, учительные и пророческие. Исторические книги – это 4 Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна и книга Деяний апостольских. Учительные книги – это послания апостольские, представляющие собой письма, написанные апостолами к разным церквям. Пророческая книга в Новом Завете – это апокалипсис апостола Иоанна Богослова, где пророчески предвидится судьба Церкви Христовой до второго пришествия Иисуса Христа. Новым Заветом также называют период времени от Рождества Христова и до ныне.